рада всем заглянувшим. Здравствуйте. Меня зовут Галина, и вы на моем канале «Жизнь продолжается». В предыдущих нескольких роликах я уже показывала свои вышитые работы в интерьере дачи, а затем и в городской квартире. В прошлом ролике похвасталась своими хомячьими припасами и объявила розыгрыш вышивальных наборов. Он будет продолжаться до 6 февраля, так что, кто еще не в курсе, есть время посмотреть ролик и принять участие в конкурсе. Ссылка на видео сейчас появится вверху. Также размещу и внизу в описании. А сегодня по просьбам подписчиц покажу вышивки, которые раздарила в разные годы, в разное время. Тогда я еще и не увлекалась видеосъемками, поэтому у меня сохранились только фото. И то не всех вышивок. Итак, смотрим. Набор для вышивания бисером «Запах магнолий» фирмы Краше. Размер 25 на 35. Моя первая работа бисером. Именно этот запах магнолий отравил меня в начале 13-го года непреодолимой тягой к ночным бдениям над конвой. Подарила эту картину невестке покойного мужа. Вторая моя работа. «Цветком невинным выглядеть и быть». Вот такое романтичное название. Размер 14 на 16. Вышивка бисером. Производитель Краше «Радуга бисера». Подарила родственнице. Она тогда еще и не знала, что я начала вышивать. Была в восторге. А этот набор я просто не могла не выбрать. Осень – моя любимая тема в стихах. А эта картина словно иллюстрация к моим строкам. «Аллея» называется. Набор для вышивания бисером на натуральном художественном холсте «Абрис Арт». Размеры 24 на 44. После того, как закончила, натянула на картонку, покрыла глянцевым аэрозольным лаком в три слоя. В реале смотрится просто чудо. Подарила мамочке. «Элегия». Набор вышивки бисером. Фирма Краше. Размер 20 на 27 сантиметров. Вроде ничего получилось. Даже типа паспорту удалось подобрать. Вырезала из конфетной упаковки. Этот набор выбрала потому, что он мне очень напоминает уголок нашей дачной веранды. Работу позднее подарила маме. Ей очень нравится сирень. Вообще все сиреневое, голубое – это ее стихия. А эта бисерная царевна мне глянулась ироничностью. Называется «Достойных мало». Набор для вышивания бисером «Золотые ручки». Размер 22 на 22 сантиметра. У нас какое-то время готовая работа провисела в прихожке прямо напротив двери. Всех, кто к нам заглядывал, даже доставщиков пиццы, улыбала. А теперь уже давно не висит. Подарила, предварительно заговорив от безбрачия незамужней подруге-стихерянке. К сожалению, пока не помогло. Вот эта блоковская дама очаровала с первого взгляда. Схему отыскала в интернете, правда, с большим трудом. Первый вечер вышивала по мутному фото чьей-то готовой работы. Ох, и измучилась. На следующий день все же мои поиски дали результат. Удалось найти схему, вернее, фото схемы. Но более-менее сносно по ней было вышивать. Работала с большим удовольствием. И вот результат. Дама в кафе. Размеры 25 на 20. Подарила приятельнице поэтессе на юбилей. Золотой урожай. Размер 26 на 38. Полностью бисерная работа. 7 цветов. Набор для вышивания бисером
на авторской канве от картины бисером. Подарила младшему брату-фермеру. Встреча с мечтой. Набор от чудесной иглы. Размеры 28 на 20 сантиметров, 25 цветов. В тему к этой вышивке у меня есть несколько стихов. И романтичные, и печальные, и лиричные, и даже шуточные. Работа, я уже сказала, по-моему, в каком-то из видео говорила, подарена одному знакомому, которому очень понравилось, и прям, ну, выпросил буквально. Удаляющаяся пара. 40 на 30. Схему нашла в интернете. Очень понравилась картинка. Вышивала в 3 нити. Черные крестики и в 4 нити с люрексом красные крестики. Подарила дочкиной свекрови. Просто потому, что ей очень понравилось. Влюбленные кошечки от фирмы Овен. 22 на 25 сантиметров. Работа простенькая, а результат очень приятный. Понравился молодежи и подарила семье младшего сына, когда они у нас были в гостях. А это «Леди Шарм». Набор от чудесной иглы. Размер 30 на 39 сантиметров. Первая моя работа, где крестик сочетается с несколькими техниками. Розочки на шляпке, вышивка лентами. Тычинки – золотистый бисер, палантин – стеклярус, ну и колье – разномерный жемчуг и стразы. Сначала работу поместила вот в такую рамочку, которая у меня уже была куплена, но Леди Шарм все-таки мне показалось, что ей тесновато, и она не очень была довольна. Отнесла вышивку в багетную мастерскую. Ее обрамили вот в достойную раму. Посмотрите, какую. Подарила родственница на день рождения. Леди очень похожа на нее. Да и картинка в ее вкусе вписалась в интерьер ее жилья замечательного. Мои подписчицы уже знакомы с этой картиной. Размеры 75 на 58. Это моя первая работа лентами. Набор китайский, оказался без перевода, пришлось сличать иероглифы. Но так было еще интереснее работать. Зато когда разобралась в схеме, работа пошла быстро. Вышила за 2 вечера вот такую огромную картину. Ну и оформление подошло в стиль интерьера новой квартиры дочери. Так что вот такой подарок. Набор «Васильки». 14 на 18, небольшая работа. Подарила маме. Поэзия. Набор от чудесная игла. Размеры 19 на 27 сантиметров. Вышивала спешно, но с удовольствием. В подарок подруге на ее юбилейный творческий вечер. Ожидание. Набор от Нова Слобода. Размер готовой вышивки 40 на 33 сантиметра. 47 цветов мулине. Работала долго, больше 2 месяцев. В редких перерывах между весенне-дачным дизайном. И иногда даже ночами. Зато результат, по-моему, супер получился. Красивая и очень нежная получилась картинка. Славное воплощение в крестиках моего давнего стихотворения. Когда-нибудь, когда устану ждать, собьюсь со счета, провожая годы, когда устроюсь в кресло довязать забытый свитер, вышедший из моды. Взорвутся ночь и тишина звонком из бездны телефонного эфира. Далекий голос в мой ворвется дом желанным эхом из другого мира. Картину подарила сестренке своей родной. Когда соберу другие фотографии или еще что-то где-то увижу, продолжим.
Все, кто слушали, спасибо огромное. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Мне очень интересно будет почитать. Обязательно всем отвечу. Если кто ко мне попал первый раз, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Впереди еще много интересного. Всего доброго, до новых встреч!